Сегодня я с вами поделюсь еще одним рецептом приготовления деликатеса. Это думба. Для приготовления думбы нам понадобится очень горячий казан, в который мы погружаем нашу думбу и начинаем жарить ее до тех пор, пока она не отдаст все свое масло и не превратится в приятные золотые кусочки. Вот так это будет выглядеть уже минут через 5-10. Жарьте до тех пор, пока они не станут твердыми, золотыми и приятными на вид. Затем мы их все вылавливаем. На перекаленном жире мы можем готовить любую другую еду, а эти кусочки мы приправляем солью и посыпаем луком. Вот так это выглядит. Все, это готовое блюдо. Вы можете его кушать с горячей лепешкой в горячем виде. Это очень вкусно. Приятного аппетита и не забудь угостить друга.